Всем привет! Это проект «Бизнес-модель 21 века», и мы знакомимся с его участниками. Я хочу познакомить вас с очень красивой девушкой, с молодой мамой, бизнес-леди, директор крупного спортивного магазина Анастасия Соколова. Настя, привет! Всем привет! Да, меня зовут Анастасия. Я действительно являюсь генеральным директором спортивного магазина более 8 лет. В данный момент сотрудничаю с проектом «Бизнес-модель 21 века». Настя, ты занимаешь очень достаточно хорошую должность. Я уверен, что ты достаточно неплохо зарабатываешь, да? Почему ты пришла в проект? Не скрою, да, действительно, я зарабатываю хорошие деньги. Но смотрите, 22 года я стала директором. Было все хорошо, но, как известно, наши запросы растут. Но, к сожалению, растет наша зарплата. Поэтому 2 года назад я начала искать дополнительный заработок. Так и познакомилась с проектом «Бизнес-модель 21 века». Угу. Сколько ты уже в проекте и какие у тебя ожидания, какие планы? В проекте я меньше года. Какие у меня ожидания, планы? Ну, смотрите, благодаря этому проекту я уже получила свой подарок. Это автомобиль Skoda Rapid. В данный момент мы сидим в моей машине. Какие у меня планы? Я хочу выйти в доход, в годовой доход более 50 тысяч долларов. А второе, я хочу построить такую организацию, построить такой бизнес, чтобы могла я передать этот бизнес по наследству не только своим детям, но и внукам. Ну и третье, наверное, почему я сотрудничаю с проектом «Бизнес-модель 21 века». Потому что, вы знаете, я не хочу работать всю жизнь, я хочу наслаждаться жизнью. С этим проектом это возможно. У тебя все получится. Успехов!